Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобою продолжаем играть в Ведьмака первую часть. Ну что же, друзья, всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита, тащите, что у вас есть, потому что под такую игрушку хочется действительно покушать. Вот я не знаю, если я тут нахожу какую-нибудь еду, либо начинается, ну... Как ты понимаешь, как кино вот это, тут много диалогов, тут будет очень много диалогов, боевка, ну, конечно, есть, но на первом месте все-таки вот для меня, прям для меня не то, что даже сражение, а вот как они разговаривают, что там происходит, вот эти вот всякие, блин, сцены, лаборатория ведьмаков. Итак, друзья... Еще раз приятного просмотра, приятного аппетита. И не забывайте, конечно, оплачивать вовремя видосик чеканным лайком. Да, не забывайте, друзья. И, боже мой, Весемир, ты стал нормальным. Нормальный, ты нормальный, офигеть. В общем, в предыдущей серии его так расплющило, что я не понял даже. Многие написали то, что у тебя вообще нет различия между улучшением От одного запаха голова кругом идет. Мох и трава, похоже на... А, да, смотри-ка, это грибы какие-то интересные. Вот это шляпки. А, на самом деле мод здесь, друзья, стоит, но он улучшает только резкость и контраст. То есть весит он целый гигабайт, эта модификация, но не знаю почему, что-то вот... Мало что дает. Так, тут у нас, видишь, что-то тут приготавливали. Или что-то обряды какие-то. Кого-то, я не знаю тут. В общем, давай, Весемир, поговорим с тобой. Эскель заходил. Трис без сознания, но состояние стабильное. И то хорошо. Я решил, Волк. Мы уходим из Каэр Морхен. Нас тут больше ничто не держит. Хорошо, когда отправляемся в путь? Сначала мы должны подобающим образом попрощаться с Лео, но только после того, как придет в себя Трис. После битвы с магом она без сознания. Без сомнения, она захочет поговорить с тобой. А потом в путь. Бандиты. Да, надо окончательно решить этот вопрос. И надо также приготовить эликсир, который поможет Трис восстановить силы. Придется немало побегать, чтобы найти компоненты. Тут ничего подходящего не осталось. Я этим займусь. Как мне сделать этот эликсир? Ламберт даст тебе формулу и скажет, где искать компоненты. Он около камина с нашей храброй чародейкой. Ламберт? Он ведь ее ненавидит. Думаю, он чувствует себя виноватым. Первое, что услышит Трис, когда придет в себя: «Наконец-то ты проснулась, Мэри Гольд. Это ведь Ламберт. За работу. Позже я научу тебя добывать ингредиенты из монстров. Я буду в главном зале». Хорошо. Это действительно по-дурацки, когда тебя по фамилии зовут, а не по имени. Кстати, друзья, дневник. Щелкните левой кнопкой на иконке со свитком или нажмите J, чтобы открыть дневник. И вот видишь, тут у нас есть задание. Задание на карте. Обучение, рецепты, задание. Вот, защита Каэр Морхена, смерть Лео. Блин, если бы я был ведьмаком, друзья, Лео за Лео. Лео погиб от рук профессора, говоря бандит. И это вообще глупая смерть была на самом деле, друзья. Что все оставшиеся в порядке. И вот тут мы, статус текущий. То есть мы можем как-то отменить слежение, показывать на карте. Вот, смотри. Круг элементов, лестница на первый этаж. Ну, примерно... Что-то мы с тобой запомнили. Надо найти Ламберта в главном зале и расспросить его, как сделать эликсир. Хорошо, все. Мне многие написали то, что мне несказанно повезло, потому что эта игра шедевр. Даже лучше, чем вторая часть. Написали то, что здесь и по атмосферности, и по сюжету прям конфетка. Ну, мне это очень нравится. А у вас тоже была такая вот мысль, друзья, то, что хочется стереть память, потому что вот... Вот серьезно, есть шедевры игры, и игры, фильмы, которых, ну, просто по пальцам пересчитать, и в один прекрасный момент ты задумываешься и думаешь, как бы стереть себе память, чтобы пройти вновь и вновь. И я, друзья, вот я, можно сказать, у цели, потому что благодаря игровому каналу, спасибо огромное, друзья, что вы смотрите, может, там вот кто-то меня еще с Ведьмака второго помнит, я второй Ведьмак проходил, и третий проходил, вот. Я скажу так. Сейчас, погоди. Кстати, мы можем тут осматривать на Alt.
Альт, что-то он плохо за... Так, нет-нет, силу давай не будем расходовать, хотя, ну вот видишь, у нас кремень обычный предмет. Вот, кто-то меня смотрел, и я, знаешь, с этого момента очень много времени прошло, я столько в игр поиграл. Я сейчас каждый день уже по 4, по 5, по 6 роликов делаю, и из-за этого моя память страдает. И самое интересное, что я могу перепроходить старые игры, то есть... Скорее всего, мы пройдем еще Ведьмак 2. А ты спросишь, а зачем? Ты же, по идее, проходил, например, ты вдруг помнишь, да, какой там сюжет и так далее. Но ты сам понимаешь, что я могу там что-то уже другое сказать. Мы пойдем, кстати, по другому пути, Ведьмаку второму, потому что там два пути. Там, я помню, были эльфы и кто-то еще, блин, забыл, простите, друзья. Так, круг шепчущих камней. Давай подойдем к нему. Так, к сожалению, да. Ну-ка, погоди, он расходуется. Сейчас, секунду, дай посмотреть. А, нет, все. В третьей части я толком даже и не занимался вот этим. Пш-пш, потому что это давало очень мало урона. В этой игре, может быть, и будет. И музыка, посмотри, какая атмосферная, друзья. Послушай, просто офигеть. Очень-очень напоминает даже готику. Потому что в первый Ведьмак, видишь, я... Ну, как-то сравнивать, наверное, не очень их хорошо, да? Но, блин. Так, сохранение игры. И мы с тобой пойдем дальше. Так вот, и я уже на самом деле там все практически забыл, что во второй части было. Не, ну я помню, что эльфы там были, и это вот что-то такое, вот что-то вспоминается, но... Заметь, то, что чем больше ты играешь, вот казалось бы, сколько ты информации получаешь. Нет, нет, она вся не запоминается. Она действительно потихонечку, оп-оп, удаляется. Ладно, в итоге к чему пришли мы с тобой? То, что Ведьмак — это шедевр. Не забудь поставить лайк, для меня это будет очень много значить. Итак, давай идем, спросим нашего. Что-то случилось? У меня нет времени, я пытаюсь сделать эликсир для Трис. Пузырек с белой чайкой можно найти в оружейной на втором этаже. В спальне на втором этаже в сундуке возьми кальций Экум. По виду он похож на белые камушки. Могут быть еще недобитки. Найди отставших и убей их. Нам тут пленные без надобности. За этой дверью есть лестница. Я бы пошел, но Меригольд лежит у огня без сознания. Так, давай посмотрим. Где мне найти кальций Экум? В сундуке, в спальне. Где мне найти спирт? Белая чайка лежит в сундуке в оружейной на втором этаже. Это помещение, в котором полно оружия и манекенов. Ты его узнаешь. Как бы мы уже услышали. Он же только что все сказал. Зачем повторять, но надо. Надо, надо, друзья, на всякий случай. Потому что иногда, я так думаю, это может отмечаться на карте. Вот как бы спросишь так. Мне нужно кое-что тебе сказать. Что произошло? Лео, бандиты убили его. Он не был готов к такому. Какая потеря. Мы выследим их и отомстим за Лео. Как-то он не особо так сказал прям. Бывай. Ну, блин, они ведьмаки, они, сам понимаешь, как бы такие сильные мужики. Не то, что мы, блин, сейчас бы поплакали бы там. Но на самом деле, вы сами... Можете готовить эликсиры в режиме медитации. Вначале нужно собрать все необходимые ингредиенты. Ладно, спасибо. Так, кухня. И мы наконец-то можем зайти в кухню. А там много чего. Спасибо, спасибо, братишка, что открыл в кухонку-то. Бандит. О, да вот и бандюги. Ну, а мы с тобой, конечно же, тут пивасик возьмем. Что у нас еще есть? Кремень. Кремень. Так, цыпленок. Это цыпленок? Это, я не знаю, это индейка, наверное. Нет, ну посмотри сюда, это лук. А, это тыква. Это тыква. Господи, вот лук. Я что-то у меня со зрением. Не, ну просто под этим, как бы я посмотрел. Куриная ножка, вот мы можем забрать. Вроде от нее ничего не оторвали, но ладно. Я был просто под впечатлением такого большой курицы здоровенной. Чем же ее пичкали-то? Шашлычок и лучок. Ох ты ж, блин. Добыча. Рыба, еда, выпотрошенная рыба. Чемпион. Ужасное пиво, сваренное в столице.
Но мы заберем. Нет, серьезно, мне это очень напоминает все на Готику. Но Готика, она была реально с душой, пацаны. Так, это быстрый. Значит, нам нужен... Ну... Сдохнуть придется тебе, братан. Ох ты, блин! Ламберт! Черт, что за... Что происходит? Спокойно, спокойно, пожалуйста, останки. Бутерброд с курятиной забираем. Забираем с тобой. И там еще один бандит есть. Сейчас я, друзья, проверю. Я проверяю, просто игра старая. И тут, блин, когда записываешь, бывают такие глюки. Поэтому я проверяю, друзья. Так, пойдем посмотрим. Наверху, вот бандит. Это уже немного сильный. Мы переключаемся в стойку. Боевка здесь, конечно, друзья, удивительная, удивительная. Мне даже спасибо сказали, представляете? В общем, подписчик один мне сказал: спасибо, ты научил меня драться. Потому что я вот тоже в начале, я говорю, когда я был маленький, и батя мне дал немного поиграть, я такой думаю, what, почему я не могу сражаться? Ну как мы привыкли, мы просто бум-бум-бум, быстро нажимать вот на клавишу, огонь, огонь. Нет, здесь надо зажимать, и притом в такт, вот так вот аккуратно идти. Верхний этаж. Хотя, там что-то... Туда я точно не могу пройти, как бы... Ну, что-то это мне не нравится. Пойдем на верхний этаж, посмотрим. Бандиты тут есть. Сейчас ты у меня завизжишь. Так, сейчас, погоди. Вот, самое интересное, когда игра на паузе, мы с тобой можем определять, как бы, противника. Тихо. Так, стоп, 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 стоп. Сейчас надо... Спокойно. Мы с тобой берем... Ты перешел на дорогу, умрешь. Отлично. Попробуем с тобой вот эту вот силу, кстати. Кстати, она неплохая. Она мало наносит, но, друзья, как ты видишь, у нас получается такой круг, где мы с тобой бандюк уничтожаем. Ну, как бы выглядит не очень, но... Видишь, они не подходят, как бы. Так, еще там остаются. Пока что они очень мало наносят нам урона. Прям, не знаю, тут каждый с ними справится. Но потом начнется такое. Так. Это мне сказали в комментариях. То, что ты, ой-ой, тебе сейчас везет, как хорошо. Так, бочка, бандит. И вот есть у нас такая комнатка, друзья. Давай посмотрим. Блин, смотри, какие меха были. Вот тут вот мы бы помылись с тобой, естественно. И вот сундучок, в котором неизвестный эликсир. Вот, 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 вот это вот нам и нужно. Да, друзья, в спальне. Это я так... Нет, какая... Нет, погоди, это спальня или не спальня? Какой-то это... Не похоже. Либо это слишком большая спальня. Бочки нельзя разрушать. Комната. Ну, написано, да, комната. Первый этаж, пока мы туда не идем. А, лестница в комнату Трис. Вот, стоп, стоп. Братан, погоди. Сейчас, погоди. Ну, стой, я ж не был к этому готов. Все. Минус мужичок. Так, мы сейчас тут посмотрим с тобой, что есть. Пи-пи-пи. Бутылка с водой восстанавливает энергию. Шлифовальный камень повышает, смотри-ка. Так, шкафчик. У нас тут тоже бутылка с водой. Пока что все забираем, ребят. Почему бы все и не забрать? Останки. Два арена. Что-то там мы уже с тобой, смотри, скопили. Даже черника, гусиный жир, сундук, библиотека. Вот, открываем библиотеку. Здесь что-то... Такое чувство, что не библиотека, а какая-то тюрьма. Смотри.
Ну-ка, можно здесь что-то пощупать, потрогать? Да, мы можем залезть в шкаф. Вот в этот. И тут у нас будет бутылка с водой, напиток, энергетик. Ой, раньше, ребята, вот я как обожал энергетики. Сейчас я понимаю. Но они как бы, знаешь, все-таки это... Зубы разрушают, блин. Так, комната. Бочка. Не, только не иди ко мне, пожалуйста, брат. Брэд. А что они тут забыли? Что это такое? А, булочка, еда, восстанавливает здоровье. Неплохо. Придется с тобой разобраться. Все. Задание «Я убил всех бандитов». В настройке игры можно отключить всплывающие подсказки. А выполнение серии ударов такие, как «Рано или поздно». Ну, пусть будут, поздно, рано. Бедные крысы пищат. Год крыс, пацаны. Поздравляю всех, поздравляю. Замечательно. Останки. Два арена. Забираем мы с тобой. Так. Шкафчик вот у нас тут есть. Какой-то черника. Устанавливает он вообще мало-мало. Этот маленький ягод. Тут у нас закрыто. Вот жили-то. Смотри, как бедно. Вроде как вот и есть какие-то ковры у них, да, меха. Вот чуть-чуть есть. Манекен. Смотри-ка. Но, блин, как же это вот... Ужас. А ведьмаки, между прочим, ведьмаки. Даже в песне-то поется то, что заплатите чеканной монетой. А где, блин? Где? Ни одной монеты, блин. Все разграблено. Ну, в принципе, здоровенный замок, но... Они же могли реально банду какую-нибудь сколотить такую. Представь. Зал для приемов. О, тут можно и покушать. Ну-ка, давай-ка. Ух ты. Ух ты, блин. Я думал, тут будет такой здоровенный вот сундучок у нас. Смотри, кальций, вот. Содержит, ладно, ласточка, куриная ножка, неизвестный эликсир и химера. Книга, описывающая химер. Хорошо. Вот еще один шкафчик, бутылка с водой. Что-то мы даже подобрали с тобой. Химеры. Я вот только вот одно вспоминаю, стрику и медведь. Господи, какой медведь? Что ты вообще? Или это не медведь? Стоп, похож на медведь был, но он как бы в леопардовой шкуре. Странный медведь, странный леопард. Все, мы тут забрали карту. Вот смотри, какая интересная. Так-то хочется походить, посмотреть, что здесь. Да как. Так, в сундучке мы с тобой уже порыскали. И вот тут вот еще у нас есть сундуки. Неизвестный эликсир, монструм или ведьмака описание. Книга, антиведьмачий памфлет. Рассказывает о ведьмаках с точки зрения обычных людей и описывает уничтожение Кэра Морхена. Ой-ой-ой. Что это у нас там такое? Сундук. Так, вот какой-то уже интересный. А, ну-ка, стоп. Мы с тобой можем сюда, да, эти... Положить. Ячейка для тяжелого оружия. А это у нас легкое оружие. Это оружие несовместимо с ведьмачьими боевыми стилями. Ну, так-то интересно. А куда-нибудь его... Ну, его... А, мы два их взяли? Ну да, он не может. Вы не можете, в снаряжении нет свободного места. Так, а как же мне его можно взять? Потому что я... Что-то особо-то не знаю, как... Блин. Ладно, надеюсь, жизнь нас научит. Но мы, по идее, можем обучение. Вот. Действие эликсира, добивающие карты, медитации, поднятие, серия атак, силовой стиль, снаряжение, уклонение. А как же мне его использовать? Например, вот я хочу его как-то юзануть, а он просто... Может, его просто продать можно? У нас просто сумка-то маленькая. Написано с ведьмачьими боевыми стимелями. Несовместим. Повреждение минус 30. Угу. Да нет, его все равно можно как-то взять. Видишь, он как бы отображается. Проблема в том, что... Ладно, ладно. Потом, может, время придет. Когда начнется сражение... О, секира, повреждение 5-15. Смотри-ка... Это оружие не... Давай-ка возьмем. У нас что-то уже очень много всего. Но надо потренироваться будет. Так.
Это все, это уже мы с тобой не трогаем. Все, теперь надо отправляться, друзья, нам к Трис. И единственное еще медитацию, медитейшн, друзья. Герой, дневник, карта, система. А, кстати, я кое-что вот вспомнил. Если мы Shift с тобой нажмем, вот, все просто, друзья. Короче, Shift надо нажимать. Вот оно что. Все, двуручное оружие у нас тут есть. Такой вот топор здоровенный, довольно интересный. Немного обучаемся с тобой. И насчет медитации. Щелкните левой кнопкой мыши по иконке медитации в диалоге, чтобы войти в режим медитации. А в медитации я, получается, могу с кем-то поговорить и там сделать. Ага, все понял. Первый этаж. Нам на первый этаж. А вот, вот эта вот комната. Нам, если мы... В комнату Трис. Если мы туда вот сходим, давай посмотрим. Написано лестница. То есть она где-то внизу. Первый этаж. Вот туда вот нам можно. Смотри-ка. Воу, ничего себе, это красиво. Тут, конечно, красиво. Вот этого совсем по-другому, друзья. Не то, что у ведьмаков какой-то, блин, гадюшник. Да нет, конечно, не гадюшник, друзья, но вот тут вот, ну, блин, можно жить. Так, давай что-нибудь подворовываем. Алкоголь средней крепости. Многие считают самым лучшим вином в мире. Вот она чё, блин. Чё себе посредине, блин, камин, кроватка. Так, нам надо теперь... Давай-ка туда пойдем. Как принцесса живет. Так, попробуем здесь пройти. А, здесь уже не пройти. Вот что. Тут уже у нас обвалилась лестница. Ладно. Тогда пойдем с тобой на первый этаж. Все. Блин, музыка шикарна. Ребята, саундтрек вот этот вот. Все, пойдем отдадим эликсир. Ну, его, правда, сначала надо сделать, естественно. Так понимаю. Костер. Ага. Не с этой стороны. Так, весь мир. Вон, видите, Трис лежит. Щелкните левой кнопкой мыши по зажженному костру, чтобы войти в режим медитации. Во, как. Теперь мы можем медитации, смотри. Так, медитировать. Начать медитацию. Снаряжение. Настроить медальон. Смотри, есть поиск чудовищ, поиск магии. Мешок алхимии. Для заданий тут тоже вот у нас есть. У нас что-то там пишется. Насчет медитации. Вы сами можете готовить эликсиры в режиме медитации. Вначале нужно собрать все необходимые ингредиенты. То есть, они куда-то переносятся у нас. Погоди. Медитация. У меня куда-то там ингредиенты. Вот у нас, смотри, есть лошадиный. Так. Мне надо как-то вот рецепты. У нас тут есть ласточка, филин. Этот эликсир заметно повышает восстановление энергии. Задание. Я собрал ингредиенты и убил всех бандитов. Теперь надо поговорить с Ламбертом. А, ладно. Хорошо. Сначала, друзья, надо поговорить. Видишь? Давай, научи меня. Как же привет готовить? Сделано. Ингредиент у меня. Бандиты мертвы. Отлично, я тебя сейчас научу. Но чтобы сделать эликсир, этого недостаточно. Надо еще две вещи. Тебе понадобится коготь сильного чудовища и ласточкино зелье. Весемир скажет тебе, где их найти. А теперь я дам тебе формулу. Так, друзья, естественно, коготь химеры. Было нелегко. Наверху я нашел несколько мародеров, но... Это не проблема. А вот до Ламберта таки добралась химера.
но ничего серьезного, к счастью. Хорошо, что ты пошел за Трис и справился с магом. Кое-какое оборудование ей удалось спасти, но главные компоненты исчезли. Я знаю, наша прекрасная чародейка была права. Ты хорошо все сделал. Возьми это оружие и меч. Я их держал для тебя. Так. Ламберт дал мне формулу. У тебя должна быть белая чайка и кальций экуум. Что дальше? Тебе понадобится ласточкино зелье. Можешь взять его у меня. Плюс коготь монстра, например, химеры. Чтобы освежевать тушу, возьми острый нож и разрежь кожу вдоль туловища. Потом останки химеры на верхнем дворе. Когда снимешь шкуру, отдохни у огня и сделай эликсир. Все просто. Все просто, друзья. Я, конечно, с ним побыл. Да? Глаз химеры. Ну-ка, а что если я перепутаю ингредиенты? А что если я перепутаю ингредиенты? Придется искать новые. Где? По поводу когтя и ласточкиного зелья обращайся ко мне. Алкоголь есть у Эскеля. Кальций я видел где-то на втором этаже. Сделай все правильно, не напортач. Это не трудно. Так. А есть еще ведьмаки, кроме нас? Когда-то было еще две школы ведьмаков. Но с тех пор, как я последний раз о них что-то слышал, прошла уже уйма времени. Ты видел всех ведьмаков, которых я знаю, кроме Беренгара? Я его знаю. Не думаю. Он необщителен и выбрал свой, отличный от нашего, путь. На самом деле никто здесь не может сказать, что он знал Беренгара. Он часто сбегал из Каэр-Морхена, но всегда возвращался. После испытания травами он принял свое предназначение и начал тренироваться. Вот это вот интересно, да? Почему его нет здесь? Не знаю. Мы потеряли с ним связь. Да. Можно я кое-что спрошу? Конечно. А кем был Лео? Очередным сиротой, жертвой войны с Нильфгаардом. Я начал учить его 6 лет назад. Соболезную. Мы вернем наши секреты и найдем тех, кто убил Лео, даже если они сбегут на край света. 6 лет. 6 лет он обучился, понимаешь? Офигеть, и умер. Вот, кстати, медитация. Видишь, можно в диалоге делать. Можно я кое-что спрошу? Конечно. Ты уже защищал Каэр-Морхен? Когда-то здесь жило много ведьмаков. Они тренировали мальчиков для испытания. Только они знали секреты мутации. Время от времени здесь зимовали ведьмаки, которым не нашлось места среди людей. До битвы в Каэр-Морхене было 23 ведьмака и 40 учеников. Слишком мало, учитывая ту толпу фанатиков, с которой они должны были столкнуться. Я так и не узнал, почему они пришли. Позже говорили, что это был самопроизвольный взрыв ненависти, выросший из обычной неприязни к ведьмакам. Но нет. Кто-то спровоцировал толпу, раздавая листовки, в которых не было ни слова правды. Специальные агенты читали их крестьянам. Факт, что фанатики, несмотря на подавляющее численное превосходство, не захватили бы крепость без помощи чародеев. Выжил только я. И то чисто случайно. Не пощадили даже самых младших. Походи здесь, волк. Скелеты все еще тут. Может быть, найдешь листовку, которых раньше были сотни. Прочитай ее и запомни. Пусть это послужит предостережением для тебя, чтобы ты знал, на что способны люди. Да, это, конечно, не очень, друзья. Есть мысли, кто на нас напал? Нет, но наличие мага означает, что это не просто бандиты. На мертвых мы нашли значки в виде саламандр. Чувствую, нас ждут тяжелые времена. Да. До встречи. Так, ну в общем, друзья, глаз химеры, ласточкино зелье и... А интересно, погоди, вот это интересно, конечно. Давай посмотрим, что у нас есть. Свиток. Записи содержат формулу для эликсира на основе глаза химеры. Нажмите правую кнопку, чтобы прочитать. При употреблении зелья дают 1 бронзовый талант. Ух ты.
Это что-то интересное. Так, есть также Химера. Сборник информации книг добавляет запись в дневники. А как мне ее, получается, как-то использовать надо? Я просто не знаю, друзья. Так, неизвестный эликсир, чтобы использовать... И вот такая, вот, тут можно, смотри, воистину нет ничего более отвратного, неужели монстры оные, натуре противные, ведьмаками именуемые, ибо суть они плоды мерзопакостного волшебства и дьявольства. Это и есть мерзавцы без достоинства, совести и чести, истинные щадя адовы, так макубини им приспособленные, нет таким, как они, места меж людьми и почтением, а их Каэр Морхен, где они бесчестненьки гнездятся, где мерзкие свои дела обделывают, стер должен быть... С дона земли и след по нему солью и селитрой посыпан. Книга добавляет запись в дневник категорию глоссари. Вот это интересно. Это и есть листовка такая? Ничего себе. Так. Это не очень листовочка-то. И у нас есть шлифовальный камень. Я его могу как-то натереть. Стоп! Он же мне сказал, что он для меня что-то оружие. Остальное ведьмачий. Ну-ка давай-ка. Натри его! Ох ты, обшлифуй. Красавчик просто. Отлично. Ну, это новый меч, потому что там, видишь, осталось времени 24 часа. Вы серьезно? Там на 24 часа, блин? Надеюсь, реального времени они. Ладно. Так, нам нужно во двор и забрать у Химеры, наконец-то, коготь. Нам нужно. Коготь сейчас заберем и, по идее, оживим Трис. То есть как-то это все... О, боже мой, что происходит? Так, химера. Котел у нас есть, лебедка. А вот он, останки. То есть мы, по идее, могли бы с химерой вот справляться, но... Выбрали мага. Свежевание монстров. Щелкните левой кнопки мыши. Ну, я, в принципе, понимаю, там нужно мелкий этот... О, коготь химеры, а вот и глаз. Ну все, просто перетаскиваем и все. Так, пойдем бочку сейчас мы захолянем. Вон тут всякое интересное. Гусиный жир, кремень, котель. А что в котле? Я не могу сдвинуть этот котел. Он слишком тяжелый, вероятно, надо использовать магию. А зачем его вообще сдвигать? Для чего это вообще? Ну, видимо, и не этим. Это не тот знак. Хоть вроде как мы этим знаком должны камни разрушать, там прям глыбы, но котлы, видимо, нельзя толкать. Ну, что делать? Так, ребятки, смотрю, что записывалось. Вроде записывается, отлично. Так, Весемир, давай немного поговорим. Так, а смотри, она уже все, она уже пришла в себя, да? Да. Так. А где Ламберт и Эскель? Наверху. Ламберт в библиотеке, а Эскель несет Трис в ее комнату. У меня есть все ингредиенты. Отлично. Теперь отдохни и приготовь эликсир по формуле. Так. До встречи. Ну как же это готовится-то? Научите теперь меня. Значит так. Химера... Вы читали эту книгу? Прочитать. Так, алхимия. Смотри, секрет. Повстречаю его, то непременно задам все эти вопросы. То есть, видишь, мы его, скорее всего, повстречаем. Да, стадия алхимия. Показываю только текущие. Так, давай-ка костер. У костра, значит, надо расположиться. Панель. Откройте панель алхимии. Так, и вот тут вот у нас есть алхимия. Выберите формулу, помеченную как эликсир для Трис. Ингредиенты автоматически добавятся в колбу. В колбу. А, ну давай. Кальций, ласточки, не, коготь химеры. Ну все. Хорошо, я думал, если честно, самому надо все, но тут автоматически. Боже мой, отлично, отлично. Друзья, я уже переживал. Медитировать 1 час, ну давай. 1 час типа придется помедитировать, потому что надо приготовить зелье. То есть все не просто так. Друзья, Весемир тут к нам
подходил, видишь. Мы его уже спросили. Все, теперь идем. В общем, надо отдать эликсир и... Вроде как... Все нормально. Так, через кухню, да, мы ходили с тобой? Угу. Какие просто запутанные вот такие лабиринты. Игра очень нравится, друзья. Прям вот играешь и понимаешь то, что... Ну, с душой делали. Вот вообще с душой. То есть это не те игры, которые, вот знаешь... Ламберта надо будет потом спросить, может, что-нибудь. Который просто наотмашь так хоп-хоп делается. Тут прям вот времени они потратили нормально. Так, ну и что же? Ага, вот, сейчас мы с тобой... Ух. Так, подарки. Дважды щелкните левой кнопкой мыши по эликсиру. Ага. Так, вот есть. И где-то у нас вот для заданий... Спасибо, Геральт. Надеюсь, это зелье поможет. Ужасно. Мне снилось, что Ламберт был со мной. Он сказал: «Ты мне тут не смей умирать, Мэри Гольд. И ты ведь заносчивая ведьма, которая знает все лучше всех. Я так рада тебя видеть. Почему ты смеешься?» «Рад, что тебе лучше. Я знаю, что нам уже пора отправляться в путь, но у меня есть предчувствие, что мы никогда больше сюда не вернемся. Ты не можешь ненадолго задержаться? Побудь здесь со мной». Так. Ну, давай. «С удовольствием. Хочу остаться здесь еще немного». «Когда я увидела тебя, все чувства, которые я пыталась изгнать, вернулись. И они сильнее, чем прежде». «Трис, я не могу говорить о прошлом». «Конечно. Мне не следует на тебя давить. Мне просто так... О, боги! Я веду себя как девчонка. Вернемся к настоящему. Весемир рассказал мне, что случилось. Я подвела вас всех. Прости». Так. «Ты не виновата. Ты нам помогла. Тут нечего прощать. Последнее время мне редко доводилось радоваться, а радость, которую я ощутил, узнав, что ты жива, трудно сравнить с какой-либо иной. О. Разве только с той, какую я испытываю сейчас, глядя на тебя». «Я так по тебе скучала. Давай посмотрим, выдержит ли нас лучшая кровать в Каэр Морхене». «Геральт, это было великолепно. Как всегда». «Как всегда». «Ты и правда ничего не помнишь?» «К несчастью». «Чем закончилась битва?» «Они ворвались в лабораторию, убили Лео, похитили наши мутагены и сбежали». «О, нет. Бедный Весемир. Еще один его ученик погиб до срока». «Мы отложили похороны. Ждали, пока ты придешь в себя». «Спасибо. А ваши легендарные мутагены? Их потеря может обернуться катастрофой. Ладно, не будем терять время. Если у тебя больше нет вопросов». Так, нет, давай, конечно, не стоит, ты можешь... Ну-ка. «Ты можешь мне рассказать о чародее, который ограбил лабораторию?» «Прежде всего, он очень могущественный. В совершенстве владеет силой, почерпнутой из круга. Может быть, растет второй Вильги Фордс на нашу голову». «Кто?» «Неважно. Кстати, спасибо за поддержку там, на дворе. Я бы хотела тебя научить кое-чему полезному». Так, погоди, ну надо же еще, сейчас. «Геральт, мы уже можем идти?» «Да... «Ты сможешь вернуть мне память?» «Не знаю. Мне надо тебя обследовать. Время — лучший целитель. Существует вероятность того, что память вернется сама». «Насколько большая вероятность?» «Сложно сказать. Разум — сложная штука. Может быть, если бы я знала, что послужило причиной потери памяти...» «На это у нас нет времени». «Геральт, мы уже можем идти?» «Ты упомянула возможные последствия кражи». «Большинство чародеев и правителей готовы душу продать, чтобы заполучить эти мутагены. По большей части они жаждут власти, богатства или всего сразу.
Но для того, чтобы использовать это знание, нужен как минимум настоящий мастер магии. А их осталось немного. А как насчет богатых купцов, герцогов, королей? Не знаю. Все возможно, конечно, но блуждая в догадках, мы только зря теряем время. У нас слишком мало информации. Ты права. Геральт, мы уже можем идти? Да погоди ты, нет! Так, ну все. Все, да. Да, не стоит заставлять весь мир ждать. Тогда пойдем. Все. А, ну тут быстро как телепорт, да, сработал у нас. Хорошо. Мы не знаем, откуда эти бандиты и кто за ними. Вместе мы привлечем лишнее внимание. Разделимся, тогда быстрее их найдем. Я на запад. Там у меня знакомые, да и климат я тут люблю. А я на восток, в Каэдвен. Если никто не против. Ладно, а куда мне идти? На юг, в Тимирию. Король Фольтест тебе обязан. Ты когда-то расколдовал его дочь. Возможно, след бандитов ведет туда. А ты, Трис? Попробую использовать связи, чтобы найти бандитов. Если что, я свяжусь с Геральтом. А Весемир куда? Он типа... В общем, куда-то он идет. Неясно, непонятно. В общем, все разделяются. Я постараюсь быстрее собрать информацию и найду тебя в Вузиме. Трис. Не надо, Геральт. Не люблю прощаний. Нет зрелища более жалкого, чем плачущая чародейка. Береги себя, Геральт. Я не переживу все это второй раз. Увидимся. До встречи, Трис. Бандитам удалось выкрасть секреты, столетиями охраняемые ведьмаками. Их лидер, зариканский маг, оказался слишком могущественным даже для Трис Меригольд. Ведьмаки отправились на поиски украденных секретов на все четыре стороны света. Геральт из Ривии пошел на юг, в Изиму. Ну, на юг нормально. Вот на юг хорошо. Не на север главное. На юг-то мы любим. Немного потеплее, чтоб было. Но, конечно, интересно, что они все отделились. Окрестности Вузима. Я, друзья, что-то могу неправильно говорить. В плане ударения там неправильно, да? Как обычно и бывает. Каролина, я устал. Уже близко. Скоро придем. Холодно. Куплю тебе теплого молока с медом. Да, спасибо, Каролина. Что это псы делают? Псы? Альвин, сделай так, как я скажу. Это очень важно. Да, текай, хлопец. Со всех ног беги к таверне. Не смотри назад. Понял? Злые собаки. Беги! Да, тут без ведьмака, наверное, не обойтись. Закрывай ворота! Зверь! Зверь напал! Тревога! Это работа для ведьмака, друзья. Фиг там. Ну, время такое, пацаны. Как бы выживали сильнейшие иногда, как они пытались младших уберечь, а ну, старшие уже...
Геральт, тебя послала нам Милитель. Там на улице женщина. Собаки сейчас разорвут ее. Помоги ей. На помощь! Не открывайте ворота! Чудовище проникнут сюда! Да, эти собаки смертельно опасны. Я здесь не местный, но вы люди. Просто чудовища. Отойдите. Я сам спасу ее. Стой. Не выходи туда в одиночку. Будь ты проклят! Мы все умрем! Так, надо... Опа! Нормально! Нет, ну... Тут, конечно, знаешь, они... довольно-таки... Уклонение? Чего? Чего? Так, понятно. Сейчас, стоп, пауза. Можно, пожалуйста? Метили... Боя против людей как-то не действует. Стоп. Что это значит не действует? Как-то не действует. Давай-ка. Да погоди. Геральт. Черт, этот пес какой-то очень хороший. Все, надо было очень быстрыми этими ударами и все. Все. Что это было? Наверняка магия. Это зверь. Да, закрыл. Ух. Придет век, век волчьей пурги. Придет час белого хлада и света. Час безумия и презрения. Тед-Дериад, час конца. Мир умрет и возродится вместе с новым солнцем. Воспрянет он из старшей крови, из зерна засеянного. Зерна возгорится пламенем. Древнее эльфийское пророчество Этлины. Надеюсь, с ним ничего не случилось. Кажется, он спас нас от этого зверя. Хорошо, мне кажется, Альвину стало лучше. Я найду кого-нибудь, кто бы смог о нем позаботиться. Его нельзя оставлять одного. На время мы остановимся в таверне. Погоди. В пути я наткнулся на диких собак, не таких, как эти. Причем я имею в виду не только зеленую шерсть. Ты что-нибудь о них знаешь? Они наводят страх на всю деревню уже некоторое время. Убивают человека каждые несколько дней. Вожак стаи — огромный пес, может быть, волк. Люди зовут его просто зверем. Кто-нибудь захочет заплатить за то, чтобы этого зверя убили? Я знала, что это тебя заинтересует. Именно этим и занимаются ведьмаки, ведь так? Но хватит про чудовищ. Что тебя сюда привело? Я ищу человека со значком в форме саламандры. Не видела такого в окрестностях? Не так громко. Кто-то такой был здесь. Но крестьяне не имеют, только заговори о нем. Преподобный может что-то знать. Ты можешь и о звере с ним поговорить. Я так и сделаю. Еще что-нибудь? Так, в общем, друзья, пока что все. Пока. Мы с ней поговорим, конечно, друзья, но на этом закончим. Если тебе понравилась серия, обязательно ставь лайк, жирный, здоровенный. На этом все, бай-бай, дорогие братишки.